Народ, жизнь на канал «Жизнь на колесах». Вахт. Сейчас буду Лёшку поставлять. Ладно, поставим сейчас Лёшку. Так, что, здесь сядем, да? Ну, не знаю. Блин, тут это, давай на переднюю площадку, потому что сзади, да, сзади темно. Ну, давай. Куда Володя-то поехал? Сюда, бля. Уезжает, не здрасте, не до свидания. Ну, потом самостоятельно. Да, ну он взял слушай, да? А, диспетчер? Да, ему наебал. Так, где это будет? Какая? Вот и все. Че, как лучше, туда башкой? Да, конечно, туда башкой. Блять, поручень. Ебать, я уже их все погнул, блядь. Больно. Ладно, я Рэмбо буду держаться. Блин, а как он Рэмбо себе, помнишь, на живую-то зашивал? А в этом? Да. Рэмбо, Рэмбо. Рэмбо, да. Первую кровь, по-моему. Да. Так, ну че, блядь. Ну что, давай приступим. Вот смотри, вот кто вот идет? Тебе нет? Не знаю, некуда. А у него это приблуды, это гильдозерист, или как они их называют? Вот с этой шляпой. А он знаешь, сколько стоит прибор? Вот это у него. Вон, ты посмотри. Вон он сел. Геодезист. А, да, да, геодезист. А я кое-что сказал? Бульдозерист? Да ты что-то, блядь, такой интересный там замутил, блядь. Короче, Лех, я что подумал? Может, давай я открою свой этот барби-шоп? Мужские стрижки будем делать, а? Как? Да, бля. Интимные, бля. Нет, интимные я не буду. Я там сам, у них стриги. Ну, опускай голову, Лёш. Не, бабам, бля. А, бабам? Мужикам, ладно. Как, ну, не дерёт? Нормально, заебись. Точно? Заебись, заебись. Ебать, сколько все-таки не нужно, блядь. Давайте сзади я что-нибудь напишу. Не надо. Удар меня, пни меня, поцелуй меня. Не надо. Я так обойдусь. Пиздок, машинку бреешь. Да? Не спасибо. Да. Еще вот пихтатого еще бы парикмахера был бы вообще отлично. Да, Леш? Ну расскажи анекдот какой-нибудь, Лёх. Да ебать, я тут раньше, блядь, дохуя их знал. Да у меня тоже, вот видишь, у меня тоже памяти нету, я, блин, запоминаю и это. Вот сегодня с утра, когда ехали, это анекдот вот про надувную бабу. А, ну ты слышал его, что мне его тебе рассказывают? Да? Че? Анекдот он рассказывал про надувную это, женщину. Не помню. Ну, блин. Стрижка под мартышку. Ну все, сегодня все невесты твои в пятерочке. Будешь пятерочку заходить? Ну, Наташа, блядь, пиздец, что-то дохуя покупать надо, блядь. А мне что-нибудь купите, кузник? Я волшебное слово знаю, пожалуйста. Сегодня, блядь, Вован спонсирует у меня, блядь. Финансы поют романсы. А ты так сегодня потратился на этот, на провод. Помнишь, я тебе провод купил, и ты уже забыл. Ну-ка. Слушай, бля, я тебе сейчас стрижку сделаю. Я тебе по краям, значит, все сниму. А этот чепчик тебе одну верхушку оставлю. Надо нахуй мне чепчика, бля, в пизду. А у меня даже так быстро растут, бля. Да я еще с тобой тут еще время-то это, буду. Сейчас мы с тебя папика сделаем. Все бабушки будут твои. Ладно, не мамика, блядь.
И тоже, блядь, перхоть заебал. Это от воды, блядь. Да и, блин, а и... Нет, тут надо что-то это... От воды, я тебе говорю, от воды, блядь. Когда жесткая вода, блядь, она, блядь, пиздец, прям мухой, блядь, вылетает. А я тебе рассказывал, да, в Чикшино я, блядь, мыться пошел, нахуй. Ну, ржавый там вода-то. Пиздец, блядь. Я думал, неужели я такой грязный, блядь. Блядь, теперь человек мерзнет, я не знаю. Так я тебе говорю, давай это, спешить не будем. Давай, давай, давай. Я, похуй. На, ну, на все деньги, да? Да. Не, слушай, давай точно прихватерскую. Да. А, ну здесь половина, блин, ну, городские, здешние. Угу. Не, слушай, я, блин, не ожидал. Я, оказывается, у меня талант, блядь. А я его скрывал. Точно. Бросай эту неблагодарную работу водителем автобуса. Ну-ка. Ну так ё... Ты посмотри, у тебя есть зеркало? Да откуда нахуй? Давай хуярь, блядь, все под ноль, ебать его, блядь. Блин. Это, сделай фотографию, отошли, ну, супруги, может тебе так идет. Или давай с тебя панк сделаем? Точно, давай панк. Хорош хуйней заниматься, блядь. Панк, блядь. Не, ну я не знаю, мне нравится, я бы так бы оставил. Я у мамы дурачок. Не, вообще все это прям ровно, прям идеально. Прям вообще, ну, шикардос. I'll be back. А, ты на Терминатор похож. Да? Да. Не, ну а мне нравится. Не, ну а чё? Давай так оставим. Да не, блядь, сверху ты чё такая, блядь, шон? Смотри, чё, ебать, песок прям сыпется, блядь. Ну, повернись. Вообще тема. Вот посмотри просто, но не поленись. Недолго лёж. Блядь, ты прям заставляешь, блядь, хуйнёй заниматься. У тебя там кисть есть, я, ну, кисточку как раз сразу, ну, достань, я тебе пройдусь. Посмотри, тебе в натуре идет. Там подровнять и все. Да ну ее нахуй. Не, ну а что ты? Ну, значит, под ноль тебе, да, все, ну, под это. Продолжаем, все. Продолжаем. Как скажешь, уважаемый. Блин, а я старался. Уже бы давно бы тогда спали бы уже бы. Да, тоже пехать, ё-моё. Вообще, бля, пиздец, нахуй. У меня, блядь, сроду нахуй так не сыпал. Я, блядь... Полжизни, блядь, в Чапаевске прожил, у нас тоже вода, блядь, жесткая, но ебать, у меня там столько перхоти не было, блядь. Ага. Слушай, вот эти все навалятли, вот эти сейчас шампуни вообще не помогают. Да. Ни холдерсов, эти, шолдерс. Да, солнку, блядь, от них нихуя не вообще нет, никакого нет. Нет. А зато реклама, там этот футболист, тот, все, развод один, повсюду один обман. Пеха прям полно, прям снег. Вообще, блядь, пиздец. Я сам, блядь, у меня, я тебе говорю, у меня ее столько никогда не было, блядь. А это ебать, вот только недавно башку ведь мыл, блядь. Ну, теперь ты похож на бильярдный шарик. Ебись. А ты кисть-то, ну, не достал? Я бы сейчас бы это... Я тут прошелся. Тебя твои рабочие, ну, не узнают, а скажут: «Эй, Леха где? Уже уехал!»
Ну скажи какую-нибудь историю жизни. Вот откуда, допустим, у тебя вот этот шрам на голове? Ебать, у меня их там знаешь сколько, блядь. А, вот еще один. Еще в натуре. Слушай, ты че? Я ж Чапаевский рос, блядь. Ну там где-то это. Ну, ты знаешь, блядь, что такое район на район, блядь? Ну. Ну. И колами бились, блядь, и чем только не хуярились. Вот это детство. Не, муж такой. Я такое, ну, не доставил. Ну, у нас было, конечно, ну, блин, такое этого. Взрослые были. А там, блядь, там вся башка, ебать, как друшлак, нах. Да, слушай-ка, точно. Нет, у тебя прям один, прям отчетливый. И эти вот, мне много-много-много. Сейчас еще и после меня будут шрамы. И скальпа не будет нихуя, да? Короче, это, Лёш, достань сейчас эту кисть, я сейчас тебе голову почищу, вот эту. Какую кисть-то? Смахну. Ну вот и панель-то, вот кистью. Да ты чё, ебана, в масле вся? А, вся в масле? Конечно, нахуй, там же, блядь, этот. Не, а я не знал, я просто видел, я думал, она у тебя чистая. Нет, я же ей, блядь, вот эту всю хуй там, этот, блядь, вырывал один раз, этот. Датчик, блядь, они там хуйню какую-то поставили, блядь, у них вырвало, блядь. На ходу. Там ебать это у масла, блядь. Как говна, блядь. А, запасть. понял теперь, все, понял. И понял. Там все залито, блядь. Там теперь даже вот подметаешь, блядь, она вся в масле, ебать. А, ну я тебе габариты-то сделал, они у тебя горят, все. Чего за ебатинску, блядь? И поворотник, блядь, заморгал нам. Ну все, видишь, я профессионал, специалист. Ебать, конечно, нас. Вот лучше, блядь, автостанцию давай откроем, блядь. Автостанцию? Конечно, да. А тут же есть, ну, автостанция. Какая аккуратно. Мы свою откроем. А нас не побьют, а уже не 90-е. Ну будем все официально делать или нет? Конечно, там, да, сейчас. Когда тогда еще только начинали же, блядь, когда я-то открывал. Самое главное, блядь, вовремя сказать. Ой, бля, пиздец. И все нахуй. Понятно. Так, ну все, Лёх. Все? Да. Дом. Блин, и воды-то мне сейчас бы голову пополоснуть. Да ну прям ты чё, нахуй, он за дом не дал. Так, блядь, вот тут ещё маленько. Так, вот за ухом еще осталось чуть-чуть. А, кстати, у меня... Кто-то мне... А, ну это, наверное, Димка, ну, танкист. Вафельные полотенца. Можете об вафельным полотенцем пройтись? Не надо. Мне в армии, блядь, один раз ебанули нас. Ага. Блядь, месяц кахать дотронуться потом не мог, блядь. Побрили, блядь. Ну все, вылитый Гоша Куценко. Да? Ага. Или Дмитрий Нагиев. Они же оба лысые, да? Да. Гоша Куценко, да. А, ну и Дмитрий, наверное, ноги все. Ноги. Так, у меня уж кофе стынет. Ну все тогда, да. Не, я тебе ничего, ну ты сейчас махни. Посмотри. Нет, ты мне ее это сейчас покажешь, как она включается. Я сейчас вот эту хуйню тоже, блядь, снесу, ебать. У тебя же без насадки, без нихуя. Ну вот, заебись, блядь, как раз. Панасоник, мана-мана, блядь. Да ты чё, я тебе отвечаю, ему знаешь, сколько лет? Где-то, блин, когда мы брали-то его? 6 лет уже, наверное, ему. 5-6 лет точно. Кофе взял хороший, знаешь какой? Пятерочка по акции. А ну кофе вот это, ну, гранулированное, да, вместе с растворимым. Вот это как оно, блин. Этот. Ну, там это, ну, обычный кофе вместе с этим, с молотым, то есть, вот. То есть его видишь, его пьешь, и вот тут вот осадок-то остается, вот молотым, вот кофе, видишь, оно вот это. Угу. Хреня ты. Блин, такое вкусное. И правильно, с натуральным. И по акции, оно так, я смотрю, оно 300 рублей стоит, а я по акции, ну, за 150 взял. Надо было, блин, брать сразу пару этих банок.
Так, ну что, сколько у нас там времени-то? Ну ладно, еще. 20 минут четвертого. 20 минут четвертого? А, слушай, я у Вовы зажигалку взял, надо ему отдать. Все забываю. Не-не-не, я все забываю, но надо отдать. Я свою где-то проебал.